Всем привет, друзья! И однажды на моем стриме, когда на канале было примерно 5000 подписчиков, меня впервые попросили показать лицо. Но я сразу как пришел на YouTube, этого делать не хотел. Не потому что я стесняюсь своей внешности, нет. Просто я так себя позиционировал. Но так получилось, что однажды я пообещал показать свое лицо на 100 тысяч подписчиков. И как вы понимаете, эта отметка была достигнута. Ну и в общем, вот он я. Друзья, еще раз всем привет. Сразу предупреждаю, что в этом ролике я буду очень сильно стесняться, поскольку я еще просто не привык с вами общаться вот прям лицом к лицу. Сегодня у нас будет первый небольшой разговорный ролик на канале. Во-первых, я бы хотел рассказать, что нас дальше ждет на канале, какие у меня планы, ну и так далее. Во-первых, это, конечно же, вебка, через которую я прямо сейчас снимаю. С этого дня, ребята, все стримы, вот прям вообще все стримы у нас будут именно с вебкой. И также я думаю, что в некоторых рубриках, то есть видосах, тоже появится вебка. Во-первых, это видосах по сампу, по КРМП, по МТА, там я планирую вот 100% делать ролики именно с вебкой. И возможно еще в некоторых видосах по GTA 5 тоже появится вебка, но там, ребят, пока я не решил, честно говоря. Я думаю, что я попробую, то есть вот после Нового года я попробую, а там уже посмотрим, то есть как там пойдет дело. Также у нас появятся новые рубрики на канале, новые интересные веселые рубрики, которые я в том числе собираюсь записывать со своей девушкой. Теперь я бы хотел поотвечать на некоторые самые часто задаваемые вопросы, разумеется, которые вы мне задаете. Самый часто задаваемый вопрос — это сколько мне лет и где я живу. Друзья, мне 22 года и живу я в Санкт-Петербурге. Живу ли я один или с родителями, женат ли я? Живу я не один, живу я со своей девушкой, не с родителями я живу, и пока еще я не женат. Почему я снимаю именно GTA, почему не другие игры? Ну, на самом деле все началось с самого начала, когда я только создавал свой канал, я принял решение, что буду записывать именно GTA, ну, начал с 5-й GTA-шки, дальше как бы дело пошло и в San Andreas, там именно самп, КРМП, МТА, также я немножко снимал GTA 4, но вообще, друзья, очень возможно, что в скором будущем на моем канале вы найдете еще и другие игры, потому что получается, что прямо сейчас как бы такая у нас команда формируется, и с этой командой я думаю, что мы что-нибудь интересненькое для вас придумаем. Сколько времени уходит на снятие всех твоих рубрик? Вообще, ребят, получается, что рубрики по GTA 5, особенно онлайн рубрики, то есть с друзьями, там в частности битвы за контейнеры и там прочие разные рубрики, их снимать довольно-таки просто получается. Если я не ошибаюсь, то мы тратим примерно минут 40 на запись одного ролика, ну конечно же еще есть время, которое отделяется на подготовку и так далее. А ролики по самбу, по КРМП и по МТА, они как правило самые тяжелые в плане подготовки, поэтому бывает, что на один ролик по сампу я трачу, ну, полтора часа, может быть даже два часа. Потом, конечно же, еще начинается этап редактирования, рендера, ролик нужно на YouTube залить, поэтому, ну, в сумме это, конечно, выходит немало время. Во сколько лет я начал свою YouTube карьеру? Друзья, первый ролик на моем канале вышел 8 декабря 2016 года. Получается, в то время мне было 20 лет. Ну и на этом, друзья, с вопросами мы закончили. И напоследок, так как видосик выходит 31 декабря, я бы всех вас хотел поздравить с наступающим Новым годом и пожелать вам всего самого наилучшего. Ну а с вами был Дони, и до скорых встреч!